12 марта 2015 года в филиале МГУ в городе Севастополе состоялся визит с экс-премьер-министром Японии Юкио Хатаямой по теме «Россия, Япония в современном мире. Давайте вместе создавать мир и братство». Ректор Московского университета Виктор Антонович Садовничий чрезвычайно рад, что вы приняли его приглашение. И сейчас находится в Москве с проректором Сёвиным, с ведущими профессорами Московского университета, и мы постараемся организовать вашу лекцию как телемост и для Москвы тоже. Директор филиала МГУ Соколов Михаил Эдуардович любезно встретил и провел экскурсию по университету японской делегации, устроил традиционное чаепитие и специально организованный телемост с Москвой. Основная тема встречи тесно пересекалась с событиями крымского референдума 2014 года, реакция Японии на присоединение Крыма и Севастополя к составу Российской Федерации и ее освещение в местных СМИ. Хочу также выразить еще раз вам благодарность за то, что мой сын имел возможность в течение 3 лет работать и заниматься исследовательской деятельностью в стенах Московского государственного университета. Это большая честь для нас. И наша делегация в составе 5 человек прибыла в Крым 2 дня назад. Японское правительство высказывалось отрицательно относительно данного визита, говоря о том, что ему не следует быть в условиях тех санкций, которые приняты в настоящее время. Однако я хочу здесь заявить о том, что данная политика японского правительства является ошибочной. Мы прибыли сюда для того, чтобы жители Крыма смогли открыть нам глаза на истинную суть происходящих событий. К большому сожалению, в Японии средствами массовой информации очень однобоко освещается событие в Крыму, доминирует точка зрения западного мира, она же и формирует позицию японского правительства. И, к сожалению, ситуация в настоящее время такова, что правдивая информация не доходит до японской общественности. Я уверен в том, что именно жители Крыма являются собой воплощение того самого духа братства. До того, как я лично оказался в Крыму, информация поступала о том, что отнюдь не обязательно представители различных этносов, русского этноса, украинского, крымско-татарского и других, находятся в мире и согласии между собой. Ректор Московского государственного университета Садовничий Виктор Анатольевич поблагодарил Юкио Хатаяму за приезд в Севастополь и отметил, что все его визиты всегда наполнены глубоким и философским смыслом. Есения Крольман, Александр Кветный, специально для крымского информационного портала РИА.ком.